Финансовую проверку в Кагульском управлении образования провели в январе и феврале. На протяжении ревизии были выявлены нарушения в части 25 тысяч лей. Это плитка тротуарная, это кирпич огнеупорный, это двери, это окна. Была выявлена недостача в сумме 10 тысяч лей, 20 складометров дров. Прокуратура начала уголовное расследование. Госпожа Холуб была отстранена от занимаемой должности на время следствия, начатого правоохранительными органами и до вынесения окончательного решения суда. Сама подозреваемая отказалась общаться с журналистами. Все чаще прокуроры выявляют случаи коррупции в системе образования. В четверг 5 годам лишения свободы приговорена директор столичного лицея имени Николая Йорги. По данным следствия, летом прошлого года она получила от родителей ученика 600 евро за прием ребенка в школу. Правоохранительные органы также расследуют дело о поборах с родителей в одном из кишиневских детских садов.